90-х. Мы приехали в Кострому. Всем привет. Это видеоблог. Так-с. Сразу же прыгнем на кровать. Так. Все как учил, все помните, да? Направить на стену, чтобы не было брызгов. Включаем на самую горячую. Открываем. Все. Оставляем. Помните, минут буквально на 87. Закрываем. Вот так еще. Тогда быстрее будет, если так делать. Все вот так вот. Все. Оставляем. Уходим. Сейчас как раз поем. Погуляю, вернусь, и как? Это видеоблог. Пора проверять хамам. Прошло уже буквально минут 140, поэтому... Так. Не видно? О, как горячо. Все горячо. Вот уже на полу какие-то... Все. Слушайте, не видно пара. Но горячо и классно. Соответственно, мы снова раздеваем. Кореш мой, Тимоха, сослуживец, пригласил меня на домашние пельмени. Здрасте. Здрасте. Вы вещи гладите, да? Да. Понял. Это видеоблог. Да, это здорово. Мы скучали. Можешь снять всю нашу частную жизнь? Покажи, давайте, пожалуйста, дверь, она сруила Ваню в рюкзак. Хорошо, давай. Это видеоблог. Абрамов в трусах. А дальше? Что это только был? Куплет и припев? Не может быть. В трусах, Вань. Не сутулься, как собака. Прадед. Это, я так предполагаю, видеоблог? Это видеоблог, абсолютно верно. Я уже разбираюсь. Мы знаем, когда рабочую сторону подставить. Давай, Ваня, ты знаешь. Кулисы так же выглядят, как вот там, так же и здесь. Я снимаю с фонарем. А? Тебя видно, тебя фонарь. Я знаю. Ничего страшного, это видеосъемка. Иван Абрамов, друзья. Это видеоблог. Сильная доля. А это концерт доля. Проекта «Стендап». Пошел! Здравствуйте, Кострома. Как дела ваши? Опа, это видеоблог. Мы едем в Киров. Мы едем, короче, на вокзал. Стас, да. Добрый день. Здравствуйте. Поздоровайся с видеоблогом. Здравствуй, видеоблог. Здравствуй, видеоблог. Здравствуй, как Стас. Как у тебя дела, видеоблог? Здравствуй, Стас. Что ты говоришь? Как у тебя дела, видеоблог? Очень хорошо, Станислав. Спасибо большое. Что делал на этой неделе, видеоблог? Набирал просмотры. Молодец. Сколько набрал? Ой. 1030 пока. Молодец. Ну ты старайся, старайся. Ты рекламируешь что-нибудь? Видео. А я рекламирую все. Сейчас автомобиль Kia. Да. Молодец. Впереди Mitsubishi, это все реклама. Все, давай видеоблог, не заебывай. Хорошо, до встречи, Стас. До встречи, видеоблог. Через 5 минут в вагоне. Оп, Ярославский вокзал. Это видеоблог. Идем на вокзал. А вы, это же вокзал, правильно? Да, да, да. Все. Нет, где? Не надо. Не думаю. Сейчас я тебе расскажу. Все. Да, в любом здесь. Извините, пожалуйста, а вокзал где, не скажете? Какой? Ребят, я только вас двоих обожаю. Стендап. Спасибо большое. Рад, спасибо. Спасибо. Мы еще и трахаемся. Прекрасно. Знал бы ты. Ну, знал бы ты сейчас, бля, что наше голосовое будет. Какая. В целом, я думаю, что... Извините, пожалуйста. Ага. Ебало в рот. Вот, кстати, наш поезд.
идет. Это видеоблог и звукач. Привет. Как ты думаешь, что происходит? Это видеоблог. Это он, блядь, самый. Да, да. И здесь, правда. Донер кебаб? Шаурма. Да? Все. Леха, давай хуярь за своим какао. У меня инвестиций нету. Ну, за себя скажи. За Мишку я понял. Видеоблог. Вот там ребята распаковывают носки, трусы. Ребята. Вот. Пухлая жопа. Здрасте. Это же поезд, правильно? Да. Все. Электронные тапочки? Туалеты тут, ресторан там. И я бы хотел сразу все точки над «и» расставить. Мы сейчас в поезде, правильно? Да. Все. Курение в поезде запрещено, распитие запрещено. Растление разрешено? Охрана ходит, смотрит, да, кто что делает. Охрана. Охрана-махрана. А с собаками можно ехать? Это точно поезд? Кондитерские изделия, сувениры. Душ 150 рублей стоит. Душ 150 рублей? В вагоне. Это далеко? За рестораном. Я завтра туда дёрну. Так что лучше... В любое время можно. Если планируете ночью обосраться, то достанет вам 150 рублей примерно. Слушайте, а в тапочке нет подарка? Вот в наборе есть только там. Набор, а он не подарочный? Нет. Ну, конечно, какие же могут быть подарки? 265. Тапки, беруши, салфетки зубная. А как тапки, простите меня, пожалуйста, уместились в сундучок? Только в сундучке. Там тапочки для кого? Вы хотите идти в рейс? Да, можем. Так, вагончик, ресторанчик. Доброго, здоровья. Здравствуйте. Ты будешь что-то есть? Здрасте. Это же вагон-ресторан, правильно? Опачки, какая бомбочка к нам. Что ты со мной делаешь? Хорошо, но хотелось бы расставить все точки над «и». Во-первых, это видеоблог. Во-вторых, надо смотреть, есть ли здесь какие-то еще салаты. Салаты все в наличии, я правильно понимаю? Салаты любые сделаем, да. Все. Сейчас вы не возьмете завтраки, которые вы можете. Но мы, тем не менее, в вагоне-ресторане, правильно? Все. Так, а в медальонах из говядины там есть свинина? Медальонов из говядины, свинины нет. Слава богу. Все, хорошо. Очень смешно. Так, слушайте. У меня вопрос по поводу рыбы, чтобы сразу определиться. Без костей рыба? Вы не знаете, какая янтарная? Я, честно говоря, первый раз сталкиваюсь. Смотрите, пожалуйста. Мне главное, чтобы без костей и без волос была. О. Привет. Это видеоблог. Чего вы не угомонитесь никак? Так, в общем, я встаю и иду в вагон-ресторан завтракать. Пойдемте, сейчас проверим все. Все, завтракать я иду в вагон-ресторан. Ты видеоблог? Да, ты, блин. Доброго утра. Можно яичницу сделать, можно с помидорами вот типа вот так. А яичница, она же из яиц делается, правильно? Тогда... Ну, надеюсь, что да. А еще воду оставили, с ума посходили, что ли? Так, ну что, закончилось наше путешествие, получается? Да. Так, первое впечатление. Погода хорошая? Очень нравится. Маринку будем ждать? Маринку будем, не холодно. Маринка, ну что, ждем тебя, ждем. А ты? Здравствуйте. Это же Киров, правильно? Киров. Отлично. Такси, да? Да. Ага, все понял. Такси? Да. Я не расслышал просто. Такси. Хорошо. Зеленоград. Сейчас самое главное найти такси и поехать. Такси не нужно. Опа. А где выход, не подскажете? Выход. А, спасибо. 3, 2, 1. Мы в Кирове. О-о-о. Извините, пожалуйста. Мы же на улице сейчас? Ну да. А все. Вот я в номере. Ну, короче, сейчас потусим, я считаю. И Макдоналдс. Макдоналдс. Это видеоблог. Буду развлекаться. Смотри, утки. Видите, утки, блядь. Просто зимой утки. И голубь один. Дебил, блядь. Вон, смотрите, Икея. Вот она. Помогите! Извините, пожалуйста, это же утки там?
Короче, я со спортзала пришел. Пойду купаться. Сейчас. Нечего делать здесь. Ну, что я тут спрошу вас? Видеоблог скучный. О, какое охеренное, смотрите, колесо. Все. Вот мужские костюмы. Виталий. Видишь, Стас? Угу. Брюки и пиджаки. Брюки, пиджаки. Мужские костюмы Виталий. Хочешь быть как Виталий? Заходи. Здрасте. Здрасте. Видеоблог, как мы в ДК Родина находимся. Так, и что у нас? Что у нас? Хорошая позиция для съемки, да? Лучше. Здрасте. Это видеоблог? Видеоблог. Итак, видеоблог. О, Витек, ты прям вообще можешь выступить, смотри. В смысле? Ну, смотри, сзади стена. Да. Всем привет, ребята. Как у вас? Как дела? Вечерний Ургант, выйди оттуда. Ну что? Выйди, ну, оттуда. Где выйди. Вы оттуда? А, вы выйдете? Да. Так, сначала работаем, да? Да, да, да. Вечерний Виктор. Да, вечерний Виктор. Вечерний Виктор. В моем видео было... А там я аплодисменты запоел. Что, новости? Да. Как всегда, Виктор. ТВТ 3. ТВТ. Так, итак, значит, мотивационное видео. Мне нужно попасть виноградинкой себе в рот. Такие рейтинги у вас. Да. Вот она. Че? Зрителю становится скучно. Давай, давай, готов? Да твоем. Это же кофемолка, или правильно? Кофеварка. А, кофеварка. И она получается, то есть может кофе сделать? Все, как. Так это мультиварка? Нет, почему кофеварка? А, кофеварка. Я уже не знаю, что делать. А мы выступаем сегодня. А мы очень рады. Это телевизор, что ли? Онлайн. А? Слушай, а если? Что? Тася, давай. Не помогать нам, потому что у нас здесь все готово. В Инстаграм, нужно лайки всем зачем-то. Вам зачем, я не понимаю, вы все равно никакой рекламы, никаких рекламных предложений не поступит. Поэтому уберите, просто наслаждайтесь, шоу вам будет достаточно долго, вам нужно слушать. Обожаю. Кто это, блядь, такие? Большой, Киров. Сейчас все. Давайте встретим бурные аплодисменты на этой сцене Виктор Комаров. Здорово, Киров. Слушайте, я прилетел к вам на таком маленьком самолете. Вы наверняка не знаете, кто летит через Москву. Это Руслан. Елена Новикова. Это видеоблог. Спасибо. Пожалуйста. Идем? Да, можно, здрасте. Опа. Это видеоблог. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ты последний был. Позвонил, кофейню взорвали. Ты думаешь, возле, блядь, возле... Лен, ты видеоблог. Возле... Наличный, безналичный расчет. Безналичный. Безналичный расчет. Возле вообще-то... Видеоблог, несколько раз, телефон расплатился. Регион Климат, правильно понимаю? Да. Регион Климат? Да. Все, все в порядке? Вы все проверили? Точно в порядке? Да. Смотрите.
Так а вы в чём вагоне едете? Что я? Не у нас вагон? В таком же. В таком же вагоне едем, поэтому я спрашиваю. Все было четко, красиво, ровно разрешено. Спасибо. Пожалуйста, мой паспорт. Пожалуйста. А у вас место как узнаете? Черт знает этого. У меня есть вот такая штука. Давайте штуку посмотрим. Давайте штуку посмотрим. Паспорт уже посмотрели. Все, получается, да, идем? Да, получается так? Все, сейчас. Вы только не проткните, пожалуйста, колесо, ладно? Хорошо? А вам что? Ну я там поеду, как что. Интересные такие. Должен я ехать. Смешно посмотрел видеоблог из Ярославля. Где-то висел вон там, где Марина. Нет, Тима, не подходит. Да, да, да. Нападение было произведено. О, теперь делалось. О! Нет, ничего не происходило. Это видеоблог. Все, мы приехали. Все, здесь я спал, здесь спал Стас. Храпел, пиздец я. Ты уже манишься, нет? Там молодец, почва. Через сколько мы будем? Через 2 минуты. Долго. Мы дали концерт. Да нет. Здрасте. Что за косяк? Комок, что за актовым залом репетировал школьный ансамбль. Вокально-инструментальный тупанул под названием «Молодость». Ударный ритм, соло и бас. И, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения. Умел играть на баяне. И дальше проигрыш. Эй! Учитель пения хоть был женат, но имел роман с географичкой. С кухой. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его удержало. Да не едем, Олег, да. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. Ведь тот любил учителя пения. На переменках они целовались. Вся. Вот такая вот.